Нашла оружие. Поехали. Миссия началась. Заряжайте оружие. Хорошее начало. А теперь доведите дело до конца. Вперед! Не рыдать. Ладно? Попался, монстр! Хватит! Я вас всех убью! Ботинками, да тебе по роже! Как? Так держать. Когда закончите, я открою кабину торговца. Ну же! Сволочь! Безупречно. Кабина снова открыта. Пополняйте запасы. За работа в этом проклятом тумане. У нас почти не осталось времени. Выбирайте. Поспешите, приближаются мутанты. Приближаются еще мутанты. За дело, друзья мои. Ботинками, да тебе по роже. Как? Живай, монстр! Люблю свое оружие. Вуаля! Конец. Вуаля! У нас клиент. Вы почти зачистили эту группу. Славно сработано. Скоро мы снова откроем кабину торговца. Еще один! Это последний монстр. Идите к указанной кабине и пополняйте запасы. Ноги в руки и помогать, Донован! Возьмите броню, если, конечно, вам не плевать на свою жизнь.
Последний шанс. Мне кабину отключать нужно. Время истекло. Идите убивать мутантов. А желудок сжимается. Попался, монстр! Не оживай, монстр! Вы сократили их поголовье, но их еще очень много. Не оживай, монстр! Ты подыхаешь! Меня мутант достал! Денежки бредут. Классно. Ты подыхаешь. Безупречно. Кабина снова открыта. Пополняйте запасы. Вы знаете, как выжить на поле боя. Хороший инстинкт. Что за мерзкая слизь? Нравится, когда вас на куски рвут? Купите броню. Люди, последние покупки. В прицел уже видно врага. Поспешите, приближаются мутанты. Перерыв окончен. Пора за работу. На подходе еще мутанты. Этот туман больше им на руку, чем нам. Попался, монстр! Не оживай, монстр! Хватит! Ладно? Меня от тебя тошнит! Попался, монстр! Мертв! Берегите уши, сирена! Еще один! Расплюнуть! Классно! Пора поработать.
хочешь стать моей кровавой жертвой? Вуаля! Это последний монстр. Идите к указанной кабине и пополняйте запасы. Выживать вы умеете. Молодец. Уф. Добрый день. Заходите за своими орудиями труда. Я вот-вот закрою кабину. Приближаются еще мутанты. За дело, друзья мои. И вещи умели делать. Осторожнее! У нас тут сталкер, Бродик! Не оживай, монстр! Не рыдать, ладно? Еще один! Хватит! Мне нравится их стрелять. Сирена! Отведи-ка! Тут невидимка. Люблю свое оружие. Еще один! Я видела страшных существ. Ты не из их числа. У нас мясник! Рада, что вы справились. Идите в кабину за снаряжением. От того, как вы порвали того мясника, у меня мурашки. Как? Ха, знаете что? У меня патроны есть. Возьмите броню, если, конечно, вам не плевать на свою жизнь. У нас почти не осталось времени. Выбирайте. Последний шанс. Мне кабину отключать нужно. Перерыв окончен. Пора за работу. На подходе еще мутанты. Вуаля!
Меня от тебя тошнит! Расплюнуть! Ботинками! Да тебе по роже! А? Мне нравится их стрелять! Ого! Отбивальщиков послали! Раз! Ботинками! Да тебе по роже! Хорошо. Заходите ко мне. Кабина уже открыта. Славно! Этот мясник... жестко вы его убрали. Вот патроны. Эй, Донован, ты суперклассный. Ты это знаешь? Вы деньги заработали, а теперь тратьте. Я вот-вот закрою кабину. Приближаются еще мутанты. За дело, друзья мои. Я вас всех убью! О, денежки бредут! Хорошее начало, но осталось еще много мутантов. Тебе конец! Где-то рядом невидимый мутант. Попался, монстр! Не оживай, монстр! Тут невидимка. Почти все готовы. Осторожно, сирена! Прекрасно. Это последний монстр. Идите к указанной кабине и пополняйте запасы.
Вы знаете, как выжить на поле боя. Хороший инстинкт. А желудок сжимается. Снова появились мутанты. Очень скоро кабину придется закрыть. Последний шанс. Мне кабину отключать нужно. У меня патрон. Перерыв окончен. Пора за работу. На подходе еще мутанты. Машинками. Да тебе по роже. Но их еще очень много. Отвали! Ты подыхаешь! Пора поработать. Расплюнуть! Хочешь стать моей кровавой жертвой? Их стрелять ботинками, да тебе по роже. Как? Добейте оставшихся, чтобы я могла открыть вам кабину торговца. Бум! Тебе конец. Ты подыхаешь. Хорошо, заходите ко мне, кабина уже открыта. Славно. Выживать вы умеете. Молодец. Что за работа в этом проклятом тумане? У нас почти не осталось времени. Выбирайте. Время почти истекло. Скорее! Кабина закрыта. Пойдите, отличитесь. У нас клиенты. Еще один! Сволочь! Где-то рядом невидимый мутант. С ботинками, да тебе по роже. Расплюнуть.
Сирена! Сирена! Еще один! Урод! Сирена! Люблю свое оружие. Еще один! Не оживай, монстр! Еще один! Хватит! Последний монстр. Идите к указанной кабине и пополняйте запасы. Заходите в магазин и улучшайте снаряжение. Из которого создали весь этот ужас. Я вот-вот закрою кабину. Этот туман больше им на руку, чем нам. Время истекло. Идите убивать мутантов. Не оживай, монстр! О, денежки придут! Ботинками, да тебе по роже! Как? Мясник! Расплюнуть! Ботинками, да тебе по роже! Как? Не оживай, монстр! Сирена! Бум! Тебе конец! Их стрелять. Хочешь стать моей кровавой жертвой? Еще один! Меня от тебя тошнит!
ты подыхаешь! Тратьте деньги свободно. Вам предстоит серьезное дело. Они вас даже не ранили? Впечатляет. Хоть бы похолодало. Тут слишком жарко. Время почти истекло. Скорее! Перерыв окончен. Пора за работу. На подходе еще мутанты. Почему вам так хочется вмешаться в семейную ссору? Сделайте что-нибудь полезное. Я тебя найду. У вас что, совсем нет гордости? Ботинками! Это тебе поможет настоящая наука! Щит, обвалился! Перезагрузка не удалась! Это... Не могли бы вы приступить к делу? Ты подыхаешь! Ты куда? Это может привести к электролизу ваших телесных жидкостей. Эти стены применения плазмы – тонкое искусство. Нашла у немного патронов. У электричества огромный потенциал. Оно оставляет серьезно. Ботинками! Можно использовать самыми разными способами. Меня интересует тот, хотите стать частью электрической цепи. Плазменным составом, наверное, мы друг друга не поняли. Человеческое тело отличный продукт. У нас есть это. Обожаю человека плазмы. Вам интересно? Говорю! Помогите! Вы все еще ничего не понимали. Это может привести к электролизу ваших тел. Возможно, этот костюм нужно доработать. Удары молнии зачастую приводят к повреждению. У электричества огромный потенциал. Оно оставляет серьезные ожоги или сплазму можно использовать самыми разными способами. Мы что, хотите стать частью электрической цепи? Ты подыхаешь! Запишите в свой. Это называется плазменным состоянием материи. Человеческое тело – отличный проводник тока. Обожаю говорить я, что могу что-нибудь придумать в этой ситуации. Теперь вы в меньшинстве. Что ж, если хотите, то будет так. Что за работа в этом проклятом тумане? Жаль, прошу меня извинить. Я на мгновение исчез. Проклятье! Уши! Наверное, я ошиблась на пол единички. Сохраняется лишь. Нет! Еще! Мутант почти прошел! Я вас всех убью!